проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 140. Если при живом муже жена обвенчалась с другим, так как с первым они были разведены, а дружки знали об этом и, однако, участвовали, то будет ли на них грех, так как они христиане? Ответ Игнатия Лапкина. Если венчание было незаконное, то виноваты все участники. Нужно было предупредить священника, остановить, довести до сведения архиерея. Нужно жить не по лжи. К Ефесянам, 5 глава, 11 стих. Не участвуйте в бесплотных делах тьмы, но и обличайте. Откровение, 3 глава, 19 стих. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. 1 к Тимофею, 5 глава, 22 стих. Не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.